Всем привет, я Таня Романцевич, и сегодня я приготовлю очень вкусную и нежную курочку с ароматным соусом карри. Понадобится 2-3 куриных филе, тут примерно 600 грамм. Одна луковичка, несколько помидорок, 2-3 зубчика чеснока, зелень любая у меня, петрушка, а также по желанию половинка острого перчика и кусочек имбиря. Также понадобится 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 столовая ложка специй карри, полстаканчика воды 100 мл и соль. Курочку я заранее промыла и просушила бумажными полотенцами, а теперь мы ее нарежем на средние по размеру кусочки. Теперь подготовим овощи. Лук нарезаем мелко. Чеснок тоже измельчаем. Помидорки нарезаем тоже кубиками. По желанию можно снять кожицу. Перец чили тоже нарезаем мелко. А имбирь натираем на мелкой терке. В разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и перекладываем лук и чеснок. Обжаривать нужно на среднем огне примерно 3-4 минутки. Лук подзолотился, теперь добавляем имбирь и перчик чили. И обжариваем еще 2-3 минутки. Теперь добавляем помидорки. И обжариваем еще 3 минутки. Ну, чтобы жидкость выпарилась немножко. Теперь добавляем томатную пасту, карри. Хорошо все перемешиваем. Добавляем водичку. Ждем, пока закипит, и кипятим 1 минутку. Теперь добавляем курочку. Хорошо перемешиваем и убавляем огонь. Сейчас у меня стоит такой меньше среднего. Теперь накрываем крышкой и оставляем на 5 минут тушить. Теперь добавляем соль. Ну, по вкусу, конечно же. Я пока добавлю чайную ложечку, а там попробую. Хорошо перемешиваем. Аромат просто замечательный. Так, готово. Теперь снова накрываем крышкой и тушим еще примерно 7 минут. Все, курочка практически готова. Теперь добавляем сметанку. Хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и выключаем. Все, готово. Теперь мелко рубим петрушечку и посыпаем наше вкуснейшее блюдо. Ну а теперь попробуем. Вкусно. Очень сложно было остановиться, но я все-таки смогла. Курочка просто волшебная, мягкая, нежная, просто тающая во рту. Ну, в общем, не буду долго разглагольствовать, мне еще идти рис варить. Так что обязательно приготовьте и попробуйте это блюдо в индийском стиле. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем приятного аппетита!